майним эфира на HiveOS. Значит, заходим на Hive, кошелек, создать новый кошелек. Выбираем майнинг эфира, вставляем наш адрес, допустим, Binance. Создаем ему имя. Создаем. Значит, монетка у нас создана. Переходим в полетные листы. Теперь необходимо нам создать полетный лист. Давайте это сделаем. Выбираем монетку Сира. Выбираем наш кошелек. Выбираем пул. Два майнера. Выбираем локацию. Я выбираю две локации. И выбираем майнер. Майнер у нас будет T-Rex. Так, давайте его найдем. Ну и называем наш полетный лист. Как он будет называться? Отлично, создаем полетный лист. Полетный лист у нас создан. Переходим на новую ферму. Переходим на ферму 10.60. И давайте здесь запустим этот полетный лист. Переходим в полетные листы. Давайте открутим майнер. Выбираем наш полетный лист Сира и жмем ракету. Значит, ракета у нас полетела, полетный лист запущен. Теперь нам необходимо подождать 2 минуточки и все хватит. Так, давайте обновим. Пока ничего не происходит. Процесс занимает где-то 2 минутки. Значит, пока еще не появилось. Значит, вот появился у нас мегахэш на эфире. Каждая карточка у нас дает по 10 мегахэш. Вот так, значит, настраивается полетный лист для эфира на HiveOS. Даем прошивочку. Значит, как смотреть, сколько вы майните. Заходим на два майнера, вставляем наш кошелек и смотрим. И здесь у нас показывает наша статистика. Сколько мы майним и сколько примерно в день получается. Всем спасибо за просмотр. Удачного майнинга.